Да полна народу. Многие даже в проходе стоят. Преподобный. Да? Преподобный Сайкс, вы тоже туда идете? Тоже иду. Здравствуй, брат Джон. Спасибо, что занял место. Входите, дети, входите. Джим, подвинься. Здравствуй. Всем встать, суд идет. Вечером 21 августа я как раз собирался уходить с работы, когда Боб, мистер Юэлл, пришел. Он был крайне взволнован и просил как можно скорее поехать к нему. Его девочку изнасиловали. Я сел в машину и помчался во весь дух. Она была вся в синяках. Я говорю, это Том Робинсон тебя отделал? Она, да, он и есть. Я спросил, не он ли ее изнасиловал? Она сказала, да. Вот и все, что было.